текущем году компания Coca-Cola впервые за 14 лет уступила пальму первенства в списке самых дорогих торговых марок в мире. Рейтинг возглавил компьютерный гигант Apple, стоимость бренда которого составила, согласно экспертам, 98,3 миллиарда долларов. На второе место с четвертого поднялась корпорация Google, сместив столь любимый в мире напиток только на третью позицию. «Это ничего не значит», — говорит консультант по биржевым операциям Фидель Хельмер. «Coca-Cola существовала в течение десятилетий и будет долго существовать в будущем. С другой стороны, я не уверен, что такие крупные информационно-технологические предприятия, как Apple, проживут долгую жизнь, так как в их сфере царит жестокая конкуренция». Одним из самых быстро развивающихся брендов названа компания Facebook. Но до первой десятки ей далеко. В нее, как указывают авторы нынешнего годового отчета, консалтинговая агентство Interbrand вошли также Microsoft и Intel, Samsung.